Microsoft прекращает выпуск игровой приставки Xbox 360. Этот гаджет был выпущен в 2005 и оставался популярным, несмотря на появление в 2013 году его преемника Xbox One. За 10 с лишним лет существования приставки было продано 85 миллионов экземпляров, несмотря на периодически возникающие технические проблемы. Но теперь корпорация считает, что пора развивать приставки нового поколения. Как показал последний квартальный отчет Microsoft, продажи Xbox 360 падают, в то время как число активных геймеров в системе Xbox Live растет.